Ну, мы прятались в подвалах. У нас в доме подвалы были. Мы всеми семьями в подъезде прятались. Потом семьи потихоньку начали разъезжаться по Украине. Кто-то за границу уехал. Ну, потом началась артиллерия. Вот, и нам пришлось уехать всей семьей. Дожидались того, что спадет ажиотаж в основном. Потому что тогда вокзалы стали немножко посвободнее, тогда можно было уехать. До этого, ну, как бы и знакомые, и все рассказывали, что вокзалы переполнены, люди просто на бегу скакают в поезд, и, в общем, страшное дело творилось. Ждем, пока там немножко спадет напряжение, потом, чтобы вернуться, потому что мы все буквально бросили, там, взяли там, одну сумку на каждого человека, и все, больше у нас ничего нет.